фон Айзенберг был пунктуален и даже не подумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной. Они были как на ладони. Одно нажатие на курок, и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была окружена зданиями, так что о ветре можно было не беспокоиться. Я задержал дыхание, чтобы прицелиться, а затем... огонь. Haltet die Augen auf! Komm raus! Du bist hier irgendwo! Sucht weiter! Sucht ihn! Sucht weiter! Ist hier irgendwo.
Айзенбергом было покончено, но я понимал. Теперь немцы и русские знают о моем присутствии. Оставалось еще четверо.